Хочу показать приблизительную выработку, сколько песка выгреблено за все время. Вот одна куча, ну это одна из самых маленьких. Вот вторая, эту, конечно, не мешало бы обойти. Очень большая куча, очень. Пихал, толкал еще, двигал наверх. Но та, которая там возле карьера, возле котлована, возле пожарного пруда, та еще больше. Вот здесь вот куча длинная, очень длинная куча. Тоже неудобно было запихивать ее сюда. Видишь, она еще здесь буквой Г как бы туда загогулина это. Вот еще эти же три кучи с другой стороны, со стороны ангара. Здесь тоже ограничения были тем, что колодцы дождевой или как она, ливневой канализации здесь. Все довольно внушительно выглядит. И вот эта куча, которую я уже сделал за забором, за территорией объекта, это последняя, тоже внушительная. Я сейчас специально немножечко вокруг нее, прямо из трактора, потому что уже ничего не хочется, не вылазить, ничего. Ну вот, ребята, я попросил парня одного здесь работать, они тут и ночуют, чтобы он меня поднял. Я сверху сделаю несколько кружок, и вот там за этими пачками сэндвич-панелей еще одна куча, третья. И вот большая последняя куча, тоже довольно мощная. Так, вот это вот самая огромная куча. Она занимает здесь вообще огромный кусок площади. Это самое первое, что я сюда начал напихивать. Тоже пихал и в гору запихивал. Это все из этого котлована. Это при условии, что чуть-чуть еще в котловане осталось. Там еще будет еще несколько куч, а потом тоже засниму. Вот она такая довольно-таки огромная. Вот вывожу по ковшу, по ковшу. Ну так жирно не всегда удается хапануть. Вот против солнышка нехорошо. Но приблизительно понятно, огромная. Надо было бы, конечно, залезть наверх и оттуда снять еще. Ну вот, и еще разочек парень меня приподнимет, я заодно сниму сам карьерчик с высоты. Здесь, может, еще надо учесть, что чуть-чуть осталось этого. И вот ту кучу. Вот ту кучу, это самая большая куча. Здесь более-менее сверху может быть видно, но, конечно, надо было со всех сторон. Ну, вот такие вот арматуры это. И вот этот вот осталось мне. Вот это вот, но здесь кубов 50, наверное, будет в общей сложности.